Привет, друзья! Это программа «Хочу водить». И сегодня наступил день X, а именно экзамен в ГИБДД. И поскольку это очень серьезное мероприятие, мы будем очень аккуратно вам все показывать. И самое главное, тихо, пойдемте со мной. Владимир, наступил тот волнительный день, который мы называем день X. Наши подопечные прямо сейчас в ГИБДД сдают теоретическую часть. У меня вопрос. Есть ли какое-то кардинальное отличие внутреннего экзамена в автошколе от экзамена в ГИБДД? Ну, по большому счету, отличий колоссальных, таких больших нет. Все, что делал ученик на внутреннем экзамене, все те упражнения, которые он выполнял на внутреннем, он должен сделать и на экзамене при инспекторе. Единственная разница, это, конечно же, что когда при экзамене смотрит инспектор, он, если ученик совершает ошибку, за эту ошибку, конечно, ставится уже не сдача экзамена. Ты можешь дать нам сейчас прогноз по поводу нашей ученицы Карины, которую мы ведем от начала и до завершения? Какие шансы у нее? Карина с самого начала вождения, она была очень ответственная, она хорошо учила теорию. Поэтому было с ней работать немножко легче, чем с теми, кто, конечно, слабо учил. Ну, я думаю, у Карины все получится с первого раза, если она справится, опять же, с этим же волнением. Ну, я думаю, что, да, мы статистику увидим, поэтому я желаю удачи и тебе, и твоим ученикам. Спасибо огромное. Спасибо. Сразу после того, как экзаменационные билеты в теоретической части сданы, ученики отправляются на автодром для того, чтобы сдать вождение. И только потом выезд в город. Но чтобы мы не мешали сдающим, в этот момент камеры мы решили выключить. Елена Геннадьевна, вот смотрите, закончил свое обучение еще один курс. Какой он был, по вашему мнению, удачный, успешный или же все-таки нет? Я считаю, что этот курс, который сейчас закончил обучение, был удачный, потому что группа была хорошая, группа была большая, ученики все умненькие, молодцы. По итогу 70% учеников у нас сдали с первого раза. Это теория, автодром и город. Как и предполагалось, Карина сдала все очень успешно. И мы отправляемся к ней навстречу поздравить с получением долгожданного водительского удостоверения. Карина, привет. О, привет. Ну как оно? Отлично, получила. Ну что, ты довольна? О, да, я очень довольна, наконец-то. Ну пойдем. На самом деле прошло буквально несколько месяцев, а ты уже настоящий водитель с правами, с водительским удостоверением. Какие ощущения? Ощущение счастья, радости, ну, что это все я с первого раза сделала, я это смогла. И прям я очень рада. Я тобой горжусь, я тебя поздравляю. Давай, ни гвоздя, ни жезла, как говорится. В путь. Да. Пока. Пока. Друзья мои, как вы понимаете, буквально несколько месяцев на то, чтобы обычный пешеход превратился в настоящего водителя. И помните, главное – это желание. Это программа «Хочу водить». Пока. Партнер проекта – автошкола «Амур Автотранс». Улица Тенистая, 103.